Друзья, на Евроспорт России супер эксклюзив. Только нам разрешили показать то, что сейчас вы увидите. Это дверь в мужскую раздевалку рядом с кортом Филиппа Шатрия. И дверь в женскую раздевалку. Но туда попасть мы не можем, потому что... Ну, сами понимаете, а в мужскую попасть мы не можем, потому что мне не позволяет мое неспортивное пузо. Давайте поэтому просто прогуляемся вокруг корта Филиппа Шатрия и посмотрим, что здесь уже здесь находится. А во-первых, здесь находится огромная фотка Кубка мужского турнира, который называется Кубок мушкетеров. Мы все очень ждем, когда Михаил Боярский поднимет над головой этот кубок и скажет: «Канали, я победил!» Но пока выигрывает какой-то Надаль, Джокович и остальные ребята. Поэтому давайте пойдем дальше. Одна из главных лестниц на этом стадионе – это вот это. Здесь теннисисты оставляют свои автографы. Есть Мария Кириленко, есть два раза Светлана Кузнецова, Надаль какой-то непонятный. Вот, поэтому здесь теннисисты либо пишут свои автографы, либо пишут: «Здесь был Даниэль», например. А теперь мы пойдем еще покажем один эксклюзив, супер эксклюзив, покажем корт Филиппа Шатрия своими глазами. Ну и наконец, вот он, корт Филиппа Шатрия. Если вы приглядитесь, там есть огромная муха, летающая над кортом. Где посторонние? Нет посторонних. Все чисто. Роботы победят. Роботы будут играть на Ролан-Гаррос. Ну и здесь будут происходить главные матчи Ролан-Гарроса этого года. Ну, естественно, мы, конечно, не можем вступить на корт, потому что, опять-таки, мы просто журналюги. Мы не теннисисты, а это все-таки святая святых теннисистов. Ну вот и все. Это был весь эксклюзив с корта Филиппа Шатрия. Так вот выглядит снаружи, а внутри вы все видели. Ну, точнее, все, что нам разрешили.